Так, вернулись мы в игру, был краш, короче, я разговаривал с пацаненком с нашей семьи, просто написал мне в сообщении, Паша говорит, можно ручку, я думал, он мой номер через стрим спалил, я вот недавно стрим вел у Арменчика на канале, ой, господи, на своем втором канале, вот, у Хати, у Арменчика, в Хате, короче, мы вели стрим, было весело на самом деле, спасибо тем, кто присутствовал. Ребят, блин, реально, за такую поддержку есть настроение, делайте дальше. Стримы, вот следующий стрим, если будет, то я залечу на четвертый серв. Потом пойду уже по первый, второй, третий серв. Короче, буду ходить по серверам, там прикольную движуху намутим. Будем делать сходки, буду делать эти самые, коды раздавать, короче, будет прикольно. Да, давай, давай. Он тогда хотел к вам приехать на хату, когда стрим делали. Его Армен, короче, сказал, народу было бега. Интересуется, правда ли? А, слушай, блин, польский, он же с Кёника, да? Да, 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 да. Слушай, смотри, я тебе так скажу. В тот раз, да, действительно было много народу. Я вообще не ожидал увидеть там Кондрата и Пуму. Ну, знаешь, да, что за ребята, не? Конечно, знаю. Во, хорош. А ты тоже из Калининграда, не? Нет, я вообще с 4, у меня плюс 6, это не сказать. А, ну хорош, понятно. Ну ты вообще прям в команде, знаешь, Кондрата и Пуму. Ну короче, я даже не знал, что они там будут присутствовать. Я думал, чисто мы будем втроем, я, Мишка и Арменчик, потому что стрим-то внезапно замутился. Видишь, ролик не вышел. Он, по сути, до сих пор не вышел. Вот сегодня понедельник. Я жду там кое-какой команды, кое-какой отмашки на добро, чтобы его опубликовать. А мне, короче, пока не дают разрешения на публикацию. Вот, поэтому завтра, ну, край, я надеюсь, что в среду видос, короче, будет. Вот, а так, можно подумать, если что, я Арменчика попрошу, ты реально давно... А, господи, ты... А, Ярик давно в нашей, по сути, команде, нам помогает еще и местно. Я вообще против не буду, если он будет присутствовать на стриме, вообще было бы прикольно. Может, с четвертого еще сервера, по факту, да? Ты на четвертом сам играл? Да, я был на четвертом играл. А ты перешел вместе с нами, получается, или как? Да, я перешел вместе с нами. То есть я в первой бригаде у нас там был. У тебя какой левел? Нормально вообще, пацан свой. Ребят, не забывайте, если захотите поиграть вместе со мной, то я играю на 12 серии. Находите сайт Hustle Online для телефона, Радмир для ПК. Скачивайте просто, если хотите, там себе Радмир лаунчер на компьютер. Ну и, соответственно, вместе с нами, вместе гоняем, наводим движухи. Не забывайте также, да, вот, если хотите там бонусы отдельные в игре получить, мой просто, мой ник вводите при регистрации, вот и все. Хороший денежный бонус вам, да. Про промокод также не забывайте. Про промокод тоже нормальное движение, но, правда, за промокод только вы получите бонусы. Вот. Ну, для галочки это тоже неплохо, скажем так. Значит, 40... Еб... Ты 47 левел на 12-м? Ё-моё! Круто! Ура! Да ну нафиг! Слушай, а у кого? Ты 47 левел на 12-м? Да-да-да. А у кого самый жесткий левел у нас из команды? Слушай, я даже не знаю. Наверное, это, скорее всего, у Лео. Офигеть! Лео вообще, да, постоянно в онлайне? Раньше был онлайн, но он сейчас не онлайн. Сейчас у него занят, сейчас мало людей заходит в игру. Понятно, ясненько. Блин, ребят, я до этого вам рассказывал эксклюзивы, что касаемо ламбы, что касаемо вообще всех этих движений, что с Ромой там, да, происходит, почему он не заходит в игру, что на данный момент с этой ламбой, с этим урусом. Вот. Кстати, могу сказать одно, что стекло вставлено, стоит конских денег. Ну, наверное, в ролике подробную информацию узнаете. Тут маленький эксклюзивчик, короче, я вам опять же закинул, что все нормально. Значит, старое стекло выкинули. Знаете, сколько стоит оригинальное стекло? Вы можете даже прогуглить. Короче, бушное стоит полняма, новое стоит 700. Ну, но бушное, я думаю, можно и за 300 найти. Но, блин, зачем бушное, пескоструйное, типа, стекло на лампу? Я просто не знаю, там, может быть... Откуда и таскают, может, всяких Дубаев там и так далее. Кстати, а что там за банда стояла возле моей хаты? Давайте проедем, посмотрим. Я не думаю, что это рыбаки ставят свои тачки и уходят рыбачить на озеро. Короче. Так, сейчас, одну секунду, я просто сбился. Слушай, это банда напротив. По базе как строится? Слушай, строится потихоньку. Вот скоро уже надо будет окна вставлять на этом самом...
на домике, короче, деревянном этом афрейме. Пока только один домик, я не знаю. Надеюсь, то, что в этом году хотя бы бахнем и второй, и третий, но это пока так, мечты. Вот. Офигеть, сколько рыбаков! Просто посмотрите! Офигеть! Здорово, пацаны, чё клюет? В этом месте, я смотрю, много здесь у вас? О, ребят. Здорово, здорово всем. Ну, вообще, нет, здесь вообще не падает. А тебя как зовут? Я Ира. Ира, извини, пожалуйста. Извини, я думал, тут только одни пацаны стоят. Получается, да, и пацаны, и девчонки. Блин, ну я тоже, на самом деле, купил оборудование. Сейчас хочу этот одеть костюм аквалангиста и попробовать тут понырять. Получится у меня, не? Ну да. Давайте попробуем. Ну-ка. Ну, не здесь надо. Это надо на... Как тебе объяснить? А здесь не получится, чисто в определенной, да, зоне надо. Так, ну ладно, у меня хотя бы удочка есть. А что ты дайвингом хочешь позаниматься? Так, ща, подождите, я хоть... Я последний раз рыбачил просто года два назад точно. Мне бы хотя бы понять технологию, чтобы достать удочку. Сейчас я посмотрю в инвентаре, у меня должно быть. А на какую снасть вы ловите? Я на опарыше. Все, понял. Слышь, Паш? Да. Этот прикол хочешь просто скид типа, который выиграл? Так, давай, что за прикол? Короче, он его продать захотел, и его каким-то раком, ну, как можно сказать, не обманули, а как-то этот... Получилось так, что он выставил его на киоск за 1% ставил. 1% был на киоск. И в моменте он видит, что меняется на 25%, и тип у него покупает с наценкой 25%. Прикинь. То есть он... Это какой? Это Рон? Как его звали? Рон, да? По-моему, Рон, да. Так, а в чем получается махинация? Ну это даже не махинация, я не знаю. Типа, как он сказал, то, что так совпало. То, что владелец поменял этот процент. А, то, короче, что... возможно, в сговоре был владелец киоска, может, да? Быть, и... Может. Так и по итогу он сколько себе получил на руки? 40, по-моему, вместо 60. 40 лямов, да? Да. Вместо 60 лямов, 65, да? Там, около того, да. Слушай, ну нормально так-то цены упали на самом деле на скины. Ну видишь, нет, блин, цены, из-за, да, из-за того, то, что если бы не было в бригаде Пэла, или как он там называется, ну вообще в этих... Короче, на моей базе в этой. Как эта структура правильно называется, моя база? Особняк. Особняк мафии. Особняк мафии, короче. Если бы не был бы вот такой скин, мой, красный, то я думаю, нормально бы ценился. Так как каждый третий бегает в красном адике, блин. Их как много сейчас именно на сервере личных. Именных? Да. Ну, личных, да. Ну смотри, давай вспомним, сколько я, продал, хотел сказать. Смотри, давай, подогнал. Сколько я знаю. У этого умплова, которого обманули раз. Да, и он ходит потом... где-то по рукам, получается, потому что того чувака, ну, тоже забанили. Ну, по-моему, да, по рукам. Так, ходит. Это первый. Второй, это, ну, два, это можно сказать, на прошлом стриме. Гриф. Да. Потом у Гаврика четвертый. А у Гаврика откуда, напомни? Он тоже выиграл. Первый розыгрыш, да, 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 все вспомнил, да, хорош. А потом я еще отдал челу, который заведует этим автопарком всем. Да, это шестой. И седьмой, это Дима делал розыгрыш нацгвардии на скин. У Вани Поликанова, нашего старичка тоже. Вот, 7 скинов 7. Минимум, да, получается, грубо, да, говоря. Да. Нормально, слушай, да, посчитали. Ну, слушай, ну да, когда такая тема идет, надо, может, что-нибудь эксклюзивное замутить, поинтереснее какой-нибудь скин. Ну, знаешь, вот этот вот, как ты перед ним катался, вот этот скин, помнишь? С большими, типа, этими тапками? Да. Ну. Да, да. А чё, вот толку от него-то, на самом деле? Это как стиль, его продавать нельзя тоже. Просто в гардеробе одел и все. Короче, если делать эксклюзивный скин, то это нужно вот как красный, да, мутить? Либо, знаешь, либо крафт жесткий, жесткий крафт делать, как остальных ютуберы делают. Угу. Ну да, слушай, теряют свою ценность, по сути. Да, слушай, можно их уже раздавать, мне кажется, вообще пофиг.
Если такая телега пошла. Кроме 12 серверов. Кроме 12-го, да. Вот знаете... Знаешь, какой плюс будет на новом сервере, если активировать бонуску? Нет. Там, допустим, на 20-м, на 21-м. Нет. Если активировать, то почему? Ну скажи. Я говорю, Ярик, скажи, не понимаю еще раз, какой бонус? Я говорю, смотри, ну вот, на твой скин бонус-код есть. Выиграл человек на 12-м. Допустим, а, да я понял, я об этом тоже и хотел сказать. Вот интересно, аналитика других серверов. Сколько там прикинуть, вот реально интересно взять цель. Вот кто-нибудь, если бы ее проработал, я бы реально был бы тому благодарен, чтобы понять, на каком... На каком каком сервере вот имеется количество этих скинов в виде красного адика. Вот. Ну да. Потому что вроде как, меня тогда еще спрашивали, тоже Макс Друшляк вроде спрашивал, или кто-то там через Арменчика вроде как спрашивали, что, по-моему, даже сам Коль спрашивал. Я не помню, короче, проводили розыгрыш какой-то масштабный, там и были эксклюзивные тачки, там целый кейс был. Это когда гелик разыгрывали, там кто много тикетов нафармил, им дали скины, либо другие тачки. Вот там интересно, реально, вот сколько моих эксклюзивных скинов на каждом сервере? Потому что на 12-м их уже реально минимум 8. Здорово, да, здорово, да. Бро. Паша, у тебя стрим идет? Да не, я пока просто играю. Стримы я не знаю, что делать, не делать, там подумай. Почему можно? Я думал, что ты... Кстати, почему играешь? Нет? Только надо будет что-то сделать. Давай с задержкой, потому что на этом стриме, который был, там задержка была от минуты и выше. Даже... А там бывает с этим проблема, как его... А что, это хорошо или плохо? Мне кажется, пофиг, задержка... но есть задержка, есть. Ну, знаешь, когда розыгрыш, это не очень. Хотя интересно, типа... Не, ну мы-то одни только знаем, грубо говоря, и все. До вас там как доходит, так доходит. Ну это у Димы печка не выводит, как обычно. Это сам... А Зил наш, да, я так понимаю, на наших номерах? Ну, кто-то из наших, да, ездит? Вот этот Пел? Да. Это этого, который он просто скин дал. А по-моему, просто этот номер из нашей команды висел вроде, не? На какой-то из тачек. У тебя Пелс. А, Пелс, все, да-да-да, понял. Блатной номер, базару ноль. Ладненько, что я тут порыбачить хотел, у меня снастя вроде есть. Что выбирать, подскажешь, Ярик? Опарыш. Либо опарыш, либо лягушки. Нет, опарыш лучше. У него больше разницы. Без разницы. Вообще. Блин, я походу леску забыл купить. Что делать или как там? Я взял удочку, получается. Рыболовка есть. А? Нет. Рыболовка есть. Дай обмен, кину, Паша. Тебе надо чекнуть, какой у тебя уровень, потому что не везде можно рыбачить. 12-й. Нет, уровень этого рыболовства. Я тебе леску дам. Слэш скилл, пропиши свой скилл. Пиши и другое нажми. Там другой будет уровень, там рыбалкой. Какой уровень. Там по карте надо будет посмотреть, какое тебе озеро доступно. Вот это озеро, это 4 уровень, насколько я знаю. Тебе тут нельзя рыбачить. Да ладно. Первый возле Азестмейского, там река будет проходить. Паш, давай тебе кину обмен, я тебе дам лес. Рыбак, 1 из 4. Один из 4, 0% у меня. Вот, первый уровень. Тебе надо, значит, другое место идти. Давай на две петушки эти везу. У меня в рюкзаке леска. На что я нажал? Сейчас я достану из рюкзака, подожди. Какой еще обмен? Давайте на вертушке кину до озера нужно. Погнали, полетели. Давай. Давай, пока. Спасибо, пока всем. Удачи. Пока, удачи тебе. Хорошей рыбалочки. Кстати, тут начал пересматривать этот парк юрского периода. Вообще кайф, кинчик. Там тоже на вертушке они прилетели на остров. Офигенное кино. 90-х годов, обязательно посмотрите. Yeah.
демона до дна, до дни. Да, что-то заскрипел сильно, конечно, Мерседес. Ух ты, вот это глушь. Офигеть. Что-то было тебе плохо. Нормально этот. Клир, да, ты? Я ему поднял. Коптер? Ты взял? Хорош, давай.